Привет, друзья! Я надеюсь, что все уже улыбаются, улыбаются много, 400-500 раз по поводу и без повода, и чувствуют себя прекрасно. А я предлагаю добавить еще одну практику, о которой говорят наши ученые. Ученые говорят, объятия помогают чувствовать себя лучше, помогают чувствовать себя счастливее. Обнимайте родных, обнимайте близких, своих питомцев, если они у вас есть. А еще в дыхательной гимнастике Пострельниковой есть упражнение, которое мы называем с Машей Шандренко «обнимашки», когда вам нужно обнять себя. Обнимите себя, почувствуйте, что вы в теплых, дружеских объятиях. Будьте здоровы и счастливы!